привет. Хочу показать любопытные, интересные китайские автотовары с Алиэкспресса. Ниже в описании будут ссылки на все эти невероятные товары. Китайцы научились творить чудеса. Также хочу порекомендовать посмотреть мое видео «Почему горит и вдает масленка на панели». Ссылка будет внизу в описании. Итак, смотрим китайский высший пилотаж по производству автотоваров. Автомобильный беспроводной AUX Bluetooth адаптер. ОБД-2. Автосчитыватель кодов. Беспроводной портативный автомобильный пылесос. Беспроводные наушники с микрофоном для вождения автомобиля. Видеорегистратор автомобиля, камера для парковки, ночное видение и даже есть Wi-Fi. Воздухоочиститель, ионизатор, автомобильный распылитель. Передвижной радио, сенсорный экран, автомобильный GPS-навигация. Видео и многое еще. Система контроля давления в шинах.
Декоративные лампы для салона автомобиля. Автомобильный держатель для телефона. Автомобильный аварийный чамп-стартер и повербанк в одном. Автомобильная карточка с телефонным номером для временной парковки. Насос автомобильный, портативный электрический. Автомобильный подголовник DVD-плеер с USB и CD-слотом, 32 бита игра. Есть и бюджетный вариант. Предупреждающий светодиод для автомобиля при открывании дверей. Наборы для ремонта лобового стекла. Сумка для хранения багажа для путешественников.
чехлы для автомобильных сидений. Универсальный держатель телефона для стены и автомобиля.